Всем здорово, народ. Как говорится, пора сделать отчетик очередной недели. Вот. Значит, у меня что выходит? На балансе 50 тысяч. Эта неделя была очень хорошая. Вот история счета. Что мы сделаем? Так, до 15-го, давайте 15-е число. То есть на этой неделе мы торговали достаточно мало, но с хорошей прибыльностью. Вот смотрите, 15-е число. И пойдем сейчас наверх. Так сделаем, чтобы было лучше видно. Вот 15-е, да? Еще выше. Ага. 20, 20, 80, 60, 50, 20 бакс, 80, 50, 80, там 30, 30, 50, 70, 50 бакс. И чем дальше, сейчас вы увидите, 70, 40, 70, 20, 20, 40. И вот сейчас самый такой ключевой момент, вот начинается. 30, там, 260, 180, 210 и так далее, да? Значит, я вот сейчас зайду, кстати. Помните сайт, да? Сайт показывал мне то, что, типа, у меня там в минусах, типа, сижу и так далее. Значит, теперь мне показывают, за последние 30 дней моя прибыльность 53%. То есть баланс я свой поднял на 53% за последние 30 дней. И средний прирост 16%. Ну, уровень риска, мне кажется, что он никогда уже не поменяет. Он будет всегда очень высокий, хотя я не торгуюсь на высоком. То есть можно вот посмотреть уровень риска. Где-то здесь было общий прирост. А история уровня риска. Вот видите, да? Мой уровень риска средний, потому что на очень высоком я не торгуюсь, но тем не менее. Вот. И значит, прибыльность сделок я делаю, то есть из 100% 99,12% прибыльный. Ну, это вообще просто нереально. И посмотрите. Значит, общий прирост. Ну да, это проценты прыгают. Не, подождите, баланс, дневной прирост. Это нет смысла, месячный прирост. Тоже смысла нет, смотрите. Общая прибыль. Вот. Мне показывало минус, помните, да, смотрите. То есть уже завалил за 32. Но на самом деле я рассказывал, откуда у меня минусы появились. То есть если смотреть, еще минус 117 было. Это из-за вот этих вот экспериментов по поводу копирования. То есть я копировал других людей, и они всех сливали. И вот на где-то, да, не помню, когда мы там, я первый раз начал. Но вот где-то, видите, вот где-то в этом видно районе. Я начал сам торговаться. И вот как все шло. Выше, выше, выше. Я, то есть до нуля дошел, я отбил все деньги. Сейчас пошел в плюс. Да. Вот, ну вот баланс, понятно, то что. Баланс тоже все время увеличивается. Постепенненько, да. То есть, ну, в общем, все идет четко. Теперь к цифрам перейдем. Значит, закончил прошлую неделю я 474 бакса, да? Вы помните. Значит, вот они, 474. А сейчас у меня 501,58. А сейчас я вам покажу. 501,58. То есть плюс 27,28 за неделю или 5% 75. Опять мы идем больше, чем нужно. Если сейчас посмотреть, вот 12,7 плюс 29,26 плюс 27. 20, ой, 20, да, 27, 28, 69, прошлый был 75, то есть у меня еще в запасе, ну, полторы недели, кстати, да, полторы недели,
чтобы записать видео, но я, может быть, буду записывать, скорее всего, видео уже до второго, ну, то есть со второго, значит, следующий месяц, не знаю, может, с 31-го посмотрим. Но в любом случае, эта неделя, этот месяц уже будет больше. Вот, и то есть прекрасно. Мне это очень нравится. Видите, как начинал я неделю старт 9, 12, 7, 16, 28. Уже постепенно больше. Значит, поэтому я думаю, если кому-то интересно, вот, вы можете попросить, я дам линк на свой Forex свою, вот этот аккаунт, и вы его можете скопировать. То есть, если кто-то сидит на Forex свою, он может, в принципе, им воспользоваться, потому что здесь можно его скопировать. Вот. Мне кажется, сейчас посмотрим. Да. Вот. Публичный типа есть аккаунт. Вот видите, максимальная просадка. Что он показывает, если вы вложите минимально 56 баксов, например, на 7 дней вы заработаете 1 бакс. Но не знаю, это они врут, так не будет. Не может быть, я в это не верю, потому что как он считает, если вы, я вам покажу, он считает за, вот если посмотрите, калькулятор основан на последние 6 месяцев, да, а мы работаем, да, то есть я начал торговаться, вот этот в августе минус я получил, да, и мои, вот месяц сентябрь, и вот сейчас октябрь 2, то есть, соответственно, он считает на последний, значит, он считает этот, то есть вот эти все 4, то есть еще 2 нету, то есть он берет среднее. Средняя, значит, моя будет прибыльность, это я вам 100% говорю, 20% в месяц, или где-то 3-4%, соответственно, если теоретически вы поставите 100 баксов, через месяц у вас, вы не получите 6, вы получите где-то 20-25 баксов, или если положите на 7 дней, вы получите где-то 3 бакса. Но я понимаю, что это немного, но вы можете и коэффициент менять, соответственно, скажем, я не знаю, 40%. Не знаю, то есть у меня стоит один там, к 100, вы можете один к 10 поставить и зарабатывать нормально. То есть, ну, как-то так. Это сейчас посмотрим, кстати. Мне интересно, за год. Нету. Ну, ладно. Месячный прирост. Дневной прирост. На, нету. Ну, ладно. Потом не будем. Ну, то есть, в принципе, если кому-то интересно, я могу линк этот дать. Теоретически вы можете копировать. Да, пока что я говорю, что до Нового года я ничего не делаю. Я коплю как есть. А после, в принципе, у меня есть идея, я сделаю второй счет. На втором счете я уже включу официальное копирование. То есть вы будете, сможете все копировать и. А это пока что так, это мой основной, он будет, останется основным, то есть вот одна основа, я буду на нем только торговаться, то есть на основные силы буду тратить на основу, но сделаю маленький такой счетик, там, скажем, на 200 баксов, и буду его делать, ну, то есть буду поднимать для людей, вот, как-то так. Так что, если у какие-то возникли вопросы, давайте задавайте, не стесняемся, вот. Ну и подписываемся, что ли, на канал, потому что я каждую неделю выкладываю. Вот, кстати, почти видео мое готово по поводу моей стратегии. Я думаю, что через неделю какую-то я уже выложу. Так что всем спасибо за просмотр и пока.